Палыч, скажи что-нибудь публике. За Оскаром приходи. Сейчас я, блядь, фашистам покажу. Так, 300 метров. Пиздец, Палыч, номинация на Оскар. Да. Донецк, блядь, 25 сентября. 14.10. Выстрел! Ой, красавчик! Ой, красавчик! Красав! Алло, снимай, блядь! Да! Ты кричал Ахакбар! Ахакбар! Пидорасы! Видел, как его красиво полетело? А давайте, давайте. Мотолыга отрабатывать поехала. Давай. О, бля. Это мы поехали. Куда вы поехали? Ой, бля. Алло. Я. Я в дальней трехэтажке напротив. Я пойду в ебаш. По терминалу, по аэропорту. Да. Нет, я бью чисто по зданию. Это, крикни, короче, моему там, пускай, а то он пострелять хочет, блядь, пускай придет. Егорка! Егор, иди сюда! А чего, гранатомета хочешь? Не, да ну нахуй с гранатомета, ты че? Может, давай два автомата ему, блядь. Егорка, быстрее, без тебя не справляются, бегом, Егорка! Быстрее! Один автомат бери, один автомат! Свой автомат возьми! Прямо. Блять, нагнинайся. Смотри, видишь, короче, блять, терминал. Вот, видишь здание, прям по зданию стреляй. Все, давай, на счет три. Раз, все, два, давай, пошли. Куда ты отходишь? Здесь меняется. А здесь, смолять, тебе же раз смолять. Опа-да! Ты хотя бы, короче, блядь! Блядь, опасный какой-то человек! Давай, уходим, уходите! Отходим, отходим! Отходи, я
первую колонну. Она, короче, слышь, огонь! Она примерно где-то, короче, 30-40 метров сверху, где-то примерно приблизительно 40-50. Смотри! Чё там? Чё там, Палыч? Туда же, туда же. Заебись? Ещё раз туда же? Огонь! Охуенно отработал! Давай ещё туда же! Не забудь Аллах Акбар крикнуть! Погромче!